spending what I got with my two phantoms had a baby. Ain't that crazy? Итак, не так давно я записал на компьютере порт мобильной игры Westland Survival. Ну как-то так называется, я помню точно. Мы сейчас уже на самом аккорде записываем игру Moon Soul. Вроде так она называется. Эй, неважно вообще. По-моему, так-то эта игра сделала, судя по визуальному оформлению, по прочим фигням. По геймплею, и сделано на том же самом движке, что есть та игра, которую уже записывалась. Ну и типа, вот похоже, короче, не очень сильно, очень сильно похоже. Но вот этот геймсол я уже давно играл, и не раз, но потом забросил я, но так убежал на телефоне. Помогает, вот надо пойти. Как-то так. Надеюсь, микрофон запишется, а то с телефона записывать микрофон вообще у меня плохо записывает. А, так, что тут у нас есть? Ресурсы. Бесплатно. А, это сейчас видео придется писать, но я потом вырежу его, уходи. Так, видео просмотрели, что нам выпало нам. Ну давай. Блин. Ну ладно. На что-то больше можно было и не рассчитывать здесь. Так, никаких подарков бесплатных нет. А то бывает у них иногда и редко, правда, но бывает. Нету. Хранилище фляга. Так, фиг, пусть пока лежит все. Так, надо проверить, что у нас тут есть где. Ничего нету. Ничего нету. Так, здесь пусто. Что-то везде пусто, а нет, вот есть. Эти доски надо убрать в ящики. Вот это тоже уберем. Тоже. А, швейный стол. Так, здесь. Ну, здесь, конечно, пусто. Задание какое-нибудь есть. Постройте 20 кольев. Надо будет еще 16 штук построить, да? Так, что у нас по ящикам? Так, это тряпки. А, это вот сюда уберем. Ага. Какой знак, что нам надо это еще? Ну что? А, семена овса. А это самое. Ну лошади у меня нет, все равно пока что. Так, это сюда уберем. Ух ты, сколько у меня хлама. Это вот сюда. Вот, доски сюда. А здесь у нас камни, да? Так. А коли у нас из чего делаются? Кто бы мне сказал. Вот они, коли. Делаются из бревна, веревки и меди. Медные обломки. Медных пломков у меня всего два. Их надо добывать. Это... Так, в руках у меня меч. Да? Где? А где здесь инвентарь? А вот. В руках у нас меч. И он скоро сломается. Даже не скоро, а уже совсем уж... Прямо сейчас, после пару ударов. Сломается. Где у нас инструменты есть, где готовые? Блин, в этом бардаке фиг где разберешься, где что находится. Ой, тут еще какие-то блесунки у меня, помнится. Пусто, пусто, пусто. Везде пусто. А сейчас мы распределим, что куда раскидать можно. Так, камешки пока не будем делать, бревна не хватает. Это у нас... Вот это вот можно будет сюда положить. И съедим сейчас их. Вот так. Блин, зря я все сразу буду съесть. Пожадничал. Так, а у меня 32 уровня, я только сейчас это заметил. Ну надо же.
это, фляги заполнить мне. Не надо, все полные фляги. Так. А, стоп, погоди. Вот эти я могу сготовить, нет? Сейчас сбегаем, проверим. Так, на костре я их могу. Пожарить-то могу их. А здесь я могу из них суп сделать. Да. Займемся сейчас. Так, вот это что такое? Оба, это что-то новенькое. Смотри-ка, раньше такого не было кастомизации. Отлично, вот сейчас мы тогда и скастомизируемся. Давненько не заходил. Так. Причесоны. Вот это пусть будет. Цвет волос. Вот такой. Нет, вот такой. Нет. Или не такой. Или не такой. Вот такой пусть будет. Готово. И чё, в чем дело? Кого? Куда? Кастомизировались, да. Сейчас уберем вот это вот сюда, вот это вот сюда тоже. И теперь мне надо еще сделать топор. Блин, а топор у нас из чего делается? Топор. Так, а меч у нас... Нет, меч я тоже не буду делать пока. Кинжал тоже не буду пока делать. Тоже не буду. Медь я не хочу тратить. Вот это сделаем, да. Бревна и трава. И сделаем мы топор один. Так, камни. Бревна. Где у нас трава? Она у нас есть? Стоп, а точно трава? Нет, не трава. Да. Ткань. Итак, делаем вот эту фигню. И топор сделаем. Отлично. А, еще мешок мне надо сделать. Для этого мне нужна трава. А вот ее у меня нету, походу. А, вот есть, отлично. Блять, веревка нужна. А веревка у нас где? Я забыл. А, вот. Так, веревка сделана. Все, сейчас лишнее убираем. Забыл. Вот здесь. И вот здесь. Все, так. Меч пока отложим в сторонку, то есть пусть полежит. Вот это тоже сюда, вот это тоже сюда. Надо. Блин, ну. Ладно, пойдем мы, короче, тогда. Что мне там надо на колье? На колье мне надо. Ой, медь, трава, бревно. Ну, будем всякую фигню собирать. Блин, сам себя уколол. Ну, нормально, об свою же собственную. Пойдем куда-нибудь, куды. Куды мы пойдем? Где у нас бревен побольше? Вот здесь. Бежать. Будем надеяться, что меня не убьет какой-нибудь игрок или еще кто. И я смогу удачно сходить. Так, мне еще не хватает, кстати, вот этой фигни. Надо тоже собирать трапку. Надо не трапку, а линяное волокно.
Ох ты ж, ёпсель-мопсель. На, получай. Не убивай ты. Сам помри, меня не трогай. Ой, взять наоборот это все. Так, это у нас медь, да, походу, железо ли? Медь. Да. Медная руда. Отлично. Деревце. Мне бы еще как... О, ночной гость. Надо было факел сделать, а я и забыл совсем. Сейчас могу сделать факел? Походу нет. По-моему, нет. Нет, мне не хватает веревки, бревна. А, но возвращаться не буду, будем рисковать. Так, по чуть-чуть. Забежал, убежал, позабежал, убежал. Бревнышко есть. Мне бы веревку найти на факел. А она тут тратится на это. Так, мне вон там он. Ай-яй-яй. А, ладно, с тобой разберемся. Миска у тебя заберем. А, у тебя миска нет, у тебя вместо этого шкура. Ну тоже полезная штука. Здоровье надо подправить, пока не поздно. И пока мобьем. То потом вдруг мало ли. Ой-ой, ну ладно. Рискнем и здоровьем. Попробуем сейчас кого-нибудь грохнуть. Блин. Ну ладно. Вода страшнее. Так, подправляем здоровье. Пытаемся еще раз оттуда дойти. Мне надо до мешка дойти, который с разными вещами. Там бывают полезности, иногда попадаются. Правда, не часто. Блин, опять. Вообще, по идее, к ним надо подкрадываться. Угу. Так. Ладно, попытаемся. Блин, ну их там слишком много, нет смысла подкрадываться. Если даже подкрадусь, одного ударю, то на меня все остальные сагрятся. Будем по одному их отагривать. Взять все. Ага. Давай, этот, селедки, отагривайся. Который в середке. Агрись на меня. Это волк. Отлично. Ну, мы еще могем вроде как справиться. О, мясцо. Полезная штука. Давай. Страшно. Сейчас мы вот это вот сюда закинем. А, все, теперь надо к этому подкрасться. И устранить его попробовать. Надеюсь, никто на меня не сабдится больше. Я смогу обшмонать этот мешочек. Манай, давай. Надеюсь, никто не придет. Вот, походу, кто-то идет. Надеюсь, это не игрок. Взять все. Нет, это не игрок. Но один. Неприятно. Блинский. Ой, за место чего? За место вот это возьмем. Прочитать. Так, надо еще там. Что там я не взял? Это прочитать. Так, никто не появился. Замок надо бы забрать только. Только вот за место чего его выбирать? За место возьмем, за место ткань. Нет. Блин, он может пригодиться. Долго думаешь, дядя? Сейчас мало ли кто-нибудь сейчас явится.
Айна вместо травы. Ладно. Не зря я вместо травы взял. Да, я дурак. Вот так думаю, что пока думаю, меня кто-нибудь что-то трёхнет. Блин, вот когда вот места не хватает в инвентаре, это вообще жесть. Неприятная. Ой, печаль, беда, ладно. Пойдем бревна добывать тогда. Фиг на него. Блин, да эти оповещения меня вот бесят. Как вы не вовремя порой появляетесь-то, а? Кто бы знал. Ладно. Блин, согрелся, зараза, какая нехорошая. Ты видишь только дождь, а я благословение. Я вот не пойму смысла вот этих сообщений всяких разных. Во, сейчас мясца заберем. С этого соленья. Вот так. Взять все. А, пошли, что еще там надо? Что еще мы можем взять? Пойдем тогда вот так кругами. Собирать полезности. Ага. Что у нас? Дерево уже 20 штук? Да, 20 штук дерева. Ладно, посмотрим, что еще у нас можно взять. Блин. Блин. Это тоже уже полное. А это никуда просто. Ну-ка, а мы сделаем вот так вот. Поменяем. Вот так возьмем. И назад поменяем. Что еще мы можем тут взять? А, мы ничего не можем взять, мы можем на этих вот сейчас побить. Сейчас, правда, еще один согрится. Нет, сыр. А согрелся, зараза такая нехорошая. Ну, все равно я тебя грохну. Так, там еще есть. Этого тогда. Теперь вот этот дядя. Блядь. Сломался инструмент. Ну ладно, тогда вот так. О, зато теперь можно и травки понабирать. А может, не стоит травки? Ага. Во, подкрадемся. На один удар хватит как раз. Точно. Так, взять все. И вот это вот сейчас мы оденем вместо оружия. Так, заберем сейчас траву и пойдем дальше собирать ее. Ага, стоп, там он медь есть. Нет, все, мне теперь уже воевать нечем. Хотя, в принципе, я могу сделать еще одну палку. Ну зачем смысл, все равно сейчас уже возвращаться, нет смысла дальше бродить. Сейчас тогда бревен наломаем заодно. Вот кто бы что ни говорил, а вот на Android вот эта игра самая лучшая выживалка. Да, мобильный телефон. Ну, по крайней мере, это мое такое мнение. Никому не навязываюсь. И она еще вдобавок довольно сложная. Здесь, если тебя убьют,
то, как и в Dark Souls, ты, получается, теряешь все, что имеешь при себе. И воскресаешься в своем доме. С ни с чем. С пустыми руками. И если у тебя нет нигде никаких заначек, ну что ж. Начинай все заново. По сути. Поэтому здесь нужно быть крайне осторожным. И внимательным. Так. Блин, бревнышки я уже собрать не смогу. Блин, это поранено. И снова его делать я не буду пока что. Нет. Блин, там вон еще есть мешок. Его. Жадность меня задушит, но я не могу его уже взять, нет смысла. На меня сейчас вот согрятся вот эти вот. А медведь! Его с мишкой я не справлюсь. С таким оружием-то. Ладно, не буду рисковать, пойду назад возвращаться буду. Потом там разгрузимся, затаримся, снова оружие сделаем. Ломанемся дальше. То есть назад туда же. Так, здесь мы ничего не можем... А, ничего не будем сейчас сначала. Здесь свечи сдали. Так, камней у нас нету. Дерево, вот оно дерево, вот дерево. Здесь что мы можем? Еду скинуть. Так, скинем. Мясцо надо будет на костер кинуть. Здесь мы ничего сложить не можем. Здесь тоже. Здесь мы можем скинуть ремни, проволоку. Ну и скинем вот это тоже. Замок. Веревку скинем. Волокна скинем. Шкуру. Так, это мы на костер, тут и на переплавку отправим. Так, это сюда мы отправим. Здесь что у нас может ткани, толстая ткань делать? Пока не будем ничего делать, у меня тем более все равно волокон мало. Это у нас верстак. Пока нечего. А вот делаем медь. С ним отправим. Ну здесь уже делается. А, топлива не хватает. Сюда топлива надо будет. Скинуть. И вот сюда тоже топливо надо будет потом скинуть. Причем потом. Сейчас сделаем. Да блин, дерева у нас мало вообще. Жалко. Его надо добывать и закаливать этим деревом. Все у нас здесь с этим закончили. Сейчас опять сделаем топор. Из дерева. Камни. Ткань еще закинем. Что там еще-то надо на эту палку? Так, все, палку сделаем. Сделаем топор. Факел делать, погоди, не буду. Все-таки... место занимать будет лишнее. А что я еще могу сейчас себе открыть на изготовление? Тут все равно изготавливать не из чего. В принципе, можно. Что он дает? Лечение 100%. Нет. Пока не будем это делать. Стол травника. Используй для производства спирта. Тоже пока не будем делать. Это все равно мне не из чего делать простой лук, хотя хотелось бы его, конечно, взять.
подсвечники я не вижу, в чем смысл. А очки замка дают только. Позволяет участникам клана захватывать рудники. Но на это у меня чертежа нету на точильный станок. А жаль, опять же. Святилище. Тоже нету чертежа. Верстак у меня уже вроде сделан. Блин, желательно бы, конечно, одежку себе одеть и одноручный меч вот этот сделать, но... Швейный стол. Но не надо. Один не буду пока. Позволяет использовать больше способностей, заряжать их. Блин, мне надо алтарь бы сделать. А для этого мне надо бронзовый слиток. А бронзовый слиток я могу сделать? Ну-ка, сейчас глянем. Нет, не могу, поди. Ну-ка, сколько там надо? Сейчас сходим, посмотрим. Изготовление бронзового слитка. Нет, не здесь. О, вот здесь рецепт. Один к одному, да? У меня всего три, значит, смогу сделать. У меня силикры всего три. А мне точно силикры надо? Не, мне надо олово. А олово-то где взять? Вот кто бы знал, где взять олово? Да. Непонятно. Ой, не туда. Вот это мне надо туда скинуть. А, здесь мы... Нет. Где ткань? Ой, зараза! Где ткани-то у нас? Вот они где. Так, вооружимся. Где у нас себя? Вот это возьмем. Вот так сделаем. Ну, пошли дальше добывать дерево. Ну и все, в принципе, я вот показал, что к чему игра. Так, нормальная игра, по-моему, хорошая. Для Android самая лучшая, одна из лучших, пока как минимум. Ну, я бы хотел ее на компьютере иметь, но вот то, что я видел, уже похожее на компьютере. Это довольно убого было сделано.